voice, motherfucker? Do you speak it? Yo, what's up? И с вами Бородатый Лингвист. И сегодня у нас очередная рубрика, где мы будем рассматривать онлайн-курсы. И сегодня у нас как раз-таки будет человек, который, я бы сказал, очень популярный. Она считается самой популярной училкой в Инстаграме. Она учит как хочет и на самом деле учит не так, как надо. Ну, это ее слова, не мы. Она говорит, я учу как хочу, а не так, как надо. Это, конечно, очень немного опрометчивое суждение, но... Тем не менее, это она лично сказала. Она также вела эфиры с Бастой. Маш, скажи, пожалуйста. Маш, скажи, пожалуйста, ты, ребят, кто, это замечательная Мария, это учитель английского языка, я вот у нее учусь английскому языку. У нее множество интервью, и вообще вот она такая очень популярная. Мне на самом деле даже интересно, почему она такая популярна. А на самом деле она популярная потому, что у нее очень много видосиков, как она говорит, ее фишечка такая, коротенькие видосы, которых она может рассказать про очень сложную тему, очень простыми словами, с очень простыми примерами. Ну, типа вот чего-то такого. Сегодня разбираем грубое выражение. Убирайте детей от экранов. I don't give a shit. Что значит «мне все равно наплевать». I don't give a shit. Дословно переводится как «я не даю каку». Можно подумать, кому-то прям всем нужна так твоя кака, а ты не даешь, а какая печаль и грусть. I don't give a shit. Смотри, кто ты. Хотя в русском языке мы наоборот, да, как-то вот больше проявляем себя. Мы говорим «наплевать» или вот «нас». Ну, сами там помните, да, про каку тоже. А англичане, вот, они нет. Они говорят, I don't give a shit. Ну, ладно. Мы запомнили, знаете, так, для информации. Употреблять не будем? Если что, понимаем. Если вам интересно мое мнение, мне такое не заходит. Как по мне, очень много кривляния, которое похоже на кривляние в стиле Марьяны Роты. Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, на мой кулинарный канал, где я готовлю... То есть я этого вообще не понимаю, и, ну, мне кажется, как-то это очень странно. Хотя, опять же, для Инстаграма я не имею права ничего говорить, потому что, ну, это Инстаграм. Инстаграм не претендует на какое-то очень гениальное обучение. Это просто коротенькие видео, в которых вы можете делать все, что угодно. То есть это то же самое, что вот мне сейчас пишут постоянно про Бебриса. Разбери Бебриса, разбери Бебриса, разбери Бебриса. Зачем? Чё мне там разбирать? Саша молодец, он делает очень много видео. Он сделал просто дофигище видео, там больше 1500, по-моему, я не знаю, ну... Все они по 40 минут, по часу, это огромный труд, ну, то есть, я не знаю, то, как он преподает, это вообще не имеет ко мне никакого отношения, он просто делает честно, он делает бесплатно, и он никого при этом не унижает, он не говорит, что его методика самая гениальная и самая крутая, он ни с кого деньги не забирает, поэтому он просто занимается своим делом, поэтому к нему у меня вообще никаких претензий нет и быть не может, то, что мне нравится или не нравится его методика, это лично мое мнение, если хотите, потом на стримах можем это обсудить, но лично я против Саши и против его контента ничего не имею, так что ребят, ну, не знаю. Так что, ребят, если вам интересно, просто зайдите на его канал и сами начинайте смотреть. Если вам нравится, значит окей, не нравится, значит не окей. Что я могу сказать? И по тому же принципу я не имею права предъявлять что-то к Батхану, к ее бесплатному контенту. То есть сами посмотрите, нравится, значит нравится, не нравится, значит не нравится. Здесь мои полномочия все. Но у нее есть платные курсы, которые она постоянно пиарит, о которых она так хорошо рассказывает. Кстати, обратите внимание, что все ее платные курсы почему-то очень для низкого уровня. То есть там нет ничего более такого продвинутого. Если, опять же, у той же Могилко и у Вени есть хотя бы какие-то намеки на Advance и видео, которые учат вас чему-то уже более продвинутому, то здесь этого нет. Здесь просто для ноликов, есть времена, еще какой-то марафон по стандартным каким-то временам, но... Ничего такого серьезного там нет. Это очень странно, и в этом, я думаю, мы разберемся к концу видео. Ну а мы с вами разберем курс с нуля, как она говорит, курс для ноликов. Ну хорошо, окей. Давайте для начала посмотрим, что нам этот курс дает. Мы получаем 24 урока, домашнее задание, которое мы будем скидывать в закрытую группу, когда сделаем, и рабочее пособие с теорией и упражнениями для самостоятельной работы. Давайте вот по пунктам и его будем разбирать. Сам курс длится 2 месяца, и у нас получается в одну неделю 3 урока, что в целом, как мне кажется, справедливо, нормально, тут как бы я никаких претензий не имею. Давайте сначала пройдемся по видеоурокам. И, кстати, сразу могу сказать, что в них перешло вот то самое, что мне не нравится в ее инстаграм-видосах. То есть это огромное количество кривляния, которое, как по мне, только отвлекает и мешает. Ай, все, что тут запоминать? Ай, ай, как больно, ай. Это вам больно? И вы говорите, ай, ай. Он делает так, хи-хи-хи-хи-хи-хи. Хи, это он. Если он пришел домой с работы пьяный, то она на него шипит. Местоимение она это she. She.
запоминаем, как еще она варит щи. Потом вы скажете, как будет она по-английски? Борщ. Нет, щи. А теперь скажите, вы варите ши или щи? We. Мы едем на машине с мигалкой. We. Это мы. Запоминаем так. Where? Где? What? Чё? Where? Где? Where? Где? When? Когда? Когда уже приедет этот mini-when? Чтобы запомнить, when, mini-when. When, mini-when. Скажите, apple? Как-то не очень. Как будто бы. Есть, конечно, глагол love, но love – это любовь сердечная, когда I love you too. Вот, не очень. А на слово такое, как сказать, лучше вам не знать. Просто понимаете, мне не 5 лет, я могу воспринимать информацию нормально. Я могу, когда мне взрослый человек говорит по-взрослому. Я не говорю скучно, можно харизматично, можно шутками, но без кривляний. Я сам купил этот курс, поэтому я, в принципе, могу понять, что меня там ожидает. Я готов к обучению, мне не нужно вот эти вот непонятные какие-то рожи строить, чтобы я как-то заинтересовался. Хотя она это называет какой-то фишкой. Самое. Будет уместен ваш пример из Инстаграма, там, про горячую штучку, например. То есть, если я правильно понял, вы нативно даете понимание того, какие аналоги есть в русском языке у английского произношения. Правильно? Лингвистические аналоги, не смысловые. Все верно, потому что как наш мозг запоминает? Нам нужна какая-то яркая эмоциональная окраска. Я это использую. Я использую юмор для этого. То есть я стараюсь в каждом видео где-то, где это возможно, пошутить. Потому что, вот, может быть, вы фразу не запомнили «I'm hot». Ну, вы, скорее всего, запомнили, но вы запомнили точно «горячая штучка». И вы запомнили, что «I'm hot» значит, что не только мне жарко, но и я секси. То же самое. То есть, смотря как вы это произнесете, меняется значение. И люди зацепились за это. И им это понравилось. И вот это я... Это не методика моя, это моя фишка. Можно которую пару я использую. Примеров буквально сейчас в камеру? Пару примеров? Пару примеров. Окей. Попробуем запомнить разницу между leg и foot. Leg – это нога, которой мы можем легнуть. Одной ступней не легнуть. Нам нужна целая нога, leg, для того, чтобы легнуть хорошенько человека. А foot – это все, что нам нужно, чтобы играть в футбол. Всего лишь правильный кик ступней. И foot – это ступня. Вот разница между leg и foot, к примеру. Хотя, по сути дела, это та же самая мнемотехника, на которой паразитируют все инфо-цыгане. От Рубанова до Кишковой. И вот смотрите, как она с помощью своих кривляний, которыми она приправила мнемотехнику, она рассказывает про прилагательные, говорит, как нужно учить прилагательные. Учим прилагательные методом кривляний. Поэтому... Не относитесь слишком серьезно, я продолжаю оставаться адекватной, но сейчас мы будем кривляться, чтобы запомнить прилагательные. Первое слово я читаю по файлу PDF, который у вас есть методичка с упражнениями, там есть этот список. Итак, поехали. Beautiful, beautiful, такой красивый, beautiful. Big. Big Mac сегодня я сожрала, просто Big Mac. Big, большой. Просто чихала я вообще на эту дешевку. Пти. Тип. 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 Дешевый. Дешевка. Clean. Чистый. Clean. Еще бы у меня не было чисто, клининговую компанию наняла, она мне тут все помыла, у меня все чисто. Clean. И обратите внимание, как рушатся ее ассоциации на первом же слове, потому что слово beautiful нельзя никак ни к чему привязать. Слово beautiful, оно не похоже на русские слова, их никак не привяжешь, поэтому все, что ей остается, это кривляться. Beautiful. Ну не знаю, ребят, ну меня вот лично воротит. Я вначале, когда смотрел, мне было просто весело, потом, когда я уже начал смотреть это к концу, то есть вот это при монтаже, там при постановке каких-то там кадров, все... Меня уже начало это злить, потому что эти кривляния, они ни к селу, ни к городу, они просто не к месту. То есть эффективность всех этих мнемотехник, они оставляют желать лучшего, потому что вы просто не можете каждое слово к чему-то привязать. Это просто тупо нелогично. Я понимаю, что мнемотехники, они, их можно использовать в каких-то определенных моментах. Например, когда вам нужно выучить там не очень большое количество слов, написать диктант и забыть об этом. Пожалуйста, мнемотехника, да, она позволяет быстро составить какую-то ассоциацию, и все, и забыть о них, потому что они не уходят в долговременную память. Все. Мнемотехника – это вещь, которую вы раз и забыли, и все, и наплевать. Потому что, когда вы будете говорить, вы не будете вспоминать там какие-то непонятные вещи, связанные с чем-то. Волка, который walk, который гуляет, то есть, ну, не будете вы это вспоминать.
Поэтому эти ассоциации, они плохие. Нужно от них отучаться. Обучение словам и обучение слов, вообще изучение слов, это тоже очень объемный процесс, который проходит в несколько этапов, который тоже, ну, как нужно для себя лично отмерять, выверять и делать правильно. То есть там найти слово, найти к нему какое-нибудь словосочетание, попробовать составить предложение, сказать его несколько раз и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Поэтому, как по мне, мнемотехники, они, ну, абсолютно не нужны. И опять же, если речь идет просто об Инстаграме, да пожалуйста, используйте. Какие вообще тут претензии? Там минутное какое-то видео развлекательное, хорошо, используйте мнемотехнику без проблем. Но когда ты претендуешь на какое-то методическое пособие, когда ты претендуешь на то, чтобы твой курс покупали, потому что он не такой, как в школе, да, потому что она говорит, что это не так в школе, учит не так, как в школе, это заставляет задать некоторые вопросы. И эффективность этого курса, она тоже под вопросом большим. Ладно, все, я понял. Ладно, хорошо, давайте уже перейдем к видосам. И на самом деле Мария говорит, что ее курс, он построен с помощью коммуникативной методики. Какая у вас была методика, которой нет у всех? Это не какая-то авторская методика, а Мария Батхан, авторская методика, научу вас за 30 дней. Нет, это обычный английский коммуникативная методика, которую все используют. Что это значит? Сейчас выучил? Сразу это произнес, сразу это попробовал применить. Все, держим это в голове. Давайте для примера того, как строить свою методику, разберем прошедшее время. Почему не present simple? Потому что рассказать про present simple много ума не нужно. Там не так много правил, там нет исключений, поэтому ты просто рассказал и все. В принципе, там никаких сложностей нет. Но вот с past simple уже чуть более сложнее, потому что там у нас неправильные глаголы, там у нас правильные глаголы. Плюс, когда мы говорим о новичках, им нужно дать какое-то определенное количество неправильных глаголов. Плюс эти неправильные глаголы, они должны быть по всему курсу использоваться. Они должны как-то друг друга пополнять. Они должны гармонично вписываться во все задания. Поэтому очень интересно, как в курс можно их вот так вот, скажем так, впиндюрить. Плюс, помимо грамматических уроков, у нее есть еще и лексические уроки. Она там рассказывает про прилагательные. Это мы тоже разберем, но уже после грамматически. Я вам покажу общую суть урока, и на самом деле я уже вижу один очень большой недостаток. Это отсутствие говорения. Потому что все, что вы делаете, чтобы прокачать свое говорение, это записывайте голосовухи в WhatsApp. А почему WhatsApp? Потому что Мария хотела чуть больше заработать. И я начала вести группы онлайн. По 6, по 7, по 8, по 10 человек. И заработала свои первые 300 тысяч рублей. Просто умерла от счастья. Я подумала, а так можно было? И поняла, что даже такие уроки мне сложно даются, потому что желающих много, а у меня всего 10 человек. И я вывела все только на формат обратной связи в WhatsApp. То есть люди присылают домашнее задание, смотрят мое видео, которое специально сняла для курса, делаю домашнее задание, присылают мне его в ответ, я проверяю, даю им какие-то пометочки, тут, там, подтяните, там, сям. И вот тогда я поняла, что я научилась. И как я уже сказал, это огромный минус. То есть, если она говорит, что ее курс строится на коммуникативной методике, о чем тогда вообще может идти речь? Как может быть на коммуникативной методике, когда вы не разговариваете? Коммуникативная методика – это когда вы изучаете грамматику в разговоре, изучаете лексику в разговоре, потом все это повторяете по несколько раз, задаете вопросы, делаете диалоги. Вот это называется коммуникативная методика. Как она планирует это сделать, я не понимаю, серьезно. То есть у нее, ну, мы сейчас, конечно, посмотрим, но, как по мне, это очень странно. То есть, в принципе, это очень-очень странно, когда у вас в курсе отсутствует говорение. Ну, хорошо, давайте посмотрим уже предметно. Так получилось, что, изучая прошедшее время, мы работаем сразу с исключениями. Почему исключения? Потому что есть такое понятие, как правильные глаголы, и есть глаголы неправильные. Да, правильных глаголов намного больше, чем неправильных, но в список неправильных глаголов попали все самые часто употребляемые глаголы. К ним относится уже один, который мы прошли, это глагол to be, это неправильный глагол. Он настолько неправильный, что еще во второй форме своей имеет... Вторая форма — это и есть прошедшее время. Третью форму мы пока вообще просто так учим, ну как бы учим, не учим. Знаем, что она есть, ее не трогаем. Так, стоп. Зачем вы говорите о третьей форме глагола неправильно, если у вас в курсе нет ни перфекта, ни причастия? Зачем? Для чего? И вообще, где этот список волшебный? Где? Откуда? Я пролистал весь учебник, я не нашел никакого списка. Никаких приложений тоже не нашел. Откуда вашему ученику взять эти неправильные глаголы? Причем самые основные. Или вы предлагаете, чтобы он, в принципе, смотрел слово,
какое-то, и сразу же смотрел, правильный там глагол или неправильный. Но это же тупо. Нужно ему дать список каких-то слов, которые используются, да, то есть которых для его уровня достаточно, чтобы ему было легко их запоминать, чтобы они были как-то, ну, гармонично, опять же, вписаны в методику, и чтобы их отрабатывать потом каждым разом. Я вот немножко этого не понимаю. Это тоже, опять же, урок только начался, но это прям косяк. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Значит, используем для прошедшего времени вторую колонку, вторую форму. И там будет форма went. Итак, go, идти, ходить, хожу, ходим. А ходили или ходил, неважно, уже нас много или я один, это всегда будет went. I went to school. To – предлог направления. I went to school. Я ходил по магазинам. I went shopping. Сегодня будет несколько фраз, которые прям всегда употребляются с go и иногда переводятся не совсем логично на русский язык. Поэтому учим отдельно. I went shopping. Я ходил по магазинам. И вот как бы это странно ни звучало, вот она очень много говорит про перевод, потому что она работает именно по этой переводной методике. Она все переводит. Но перевод, он не учит вас говорить, понимаете? Перевод учит вас переводить, а нужно именно говорить. Хотя у нее, однако, почти во всех объяснениях действует этот вот перевод. Хорошо, ладно, давайте по составу урока. Так, значит, она нам рассказала про прошедшее время, рассказала про неправильный глагол и дала один из примеров неправильных глаголов. Хорошо, к нему она сейчас даст некоторые слова, чтобы получились прикольные словосочетания. Словосочетания полезные. Давайте их тоже немножечко посмотрим. I went away. I went by bus. We went for a walk. I went home by bus. Или на машине. By car. I went home by car. I went home on foot. We went out on Friday. Мы в пятницу затусили. We went out on Friday. I went to bed. Я пошел в кровать. Что значит я пошел спать? I went to the beach. I went to the beach. Чтобы не путать beach с матерным словом, не надо шибко торопиться. Beach. Beach. Мат — это когда bitch. Я этого не говорила. Это, конечно, все очень странно, но если я слово beach скажу быстро, это не делает его другим словом. Beach. Пич, 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 пич. Это не другое слово. Там немножко звук другой. Но, как мне кажется, она этого немного не знает. Ну ладно, хорошо, может и знает, просто не говорит специально для новичков, но, однако, звуки там разные. В слове leave и live звуки разные. Поэтому, как бы, ну, в слове pitch и bitch тоже звуки разные, понимаете? Следующий глагол have. Мы уже знаем. Have breakfast, have dinner и так далее. А как сказать в прошедшем времени? Have имеет форму прошедшего времени had. Он тоже есть в списке неправильных глаголов. We had dinner. Мы ужинали. Мы ужинали в 6. We had dinner at 6. We had a coffee. We had a coffee. We had a good time. We had a sandwich. I have a shower every morning, например. I had a shower in the morning. Далее у нас идет глагол have, его прошедшая форма had, и к нему тоже несколько слов, чтобы получилось словосочетание хорошее. Опять же, словосочетания полезные. Так, идем дальше. И еще один слишком активный глагол. Это глагол to get. Глагол get имеет множество различных переводов. Коммуникативная методика. Далее у нас идет get, его прошедшая форма got. И, в принципе, все. То есть, опять же, к нему опять же добавляются какие-то слова, чтобы получились хорошие словосочетания. И все, то есть... Get married. I got married. I got a newspaper. I got a taxi. To get an email. I got a letter. Get dressed. В этом видео мы познакомились с такими глаголами, как get, have и go в прошедшем времени. На их примере мы поняли, как образовывается прошедшее время у неправильных глаголов. Мы просто смотрим во вторую колонку и берем форму прошедшего времени. Это все неправильные глаголы. Это как? А почему их только три? Это вообще не... Это, что это вообще такое? Я даже не могу ничего сказать, потому что для меня это просто, ну, это странно очень. Почему она не дала какой-то список неправильных глаголов, которые именно для его уровня? Там хотя бы 10, хотя бы 20 каких-нибудь. Ну, три штуки, это что вообще такое? Да, слова неплохие, да. Она дала много разных хороших словосочетаний. Это все окей, похвально. Но другие неправильные глаголы, что это вообще такое? Или это просто краткое объяснение? Так нахрена тогда люди вообще за курс платят? Они могут просто тоже так же прочитать учебник или просто посмотреть, какие там есть неправильные глаголы.
Зачем тогда все это, если вы выдаете просто какое-то основное значение, какие-то основные тезисы про это время? Ну, нужно как-то еще и работать методически, потому что это очень странно. Итак, что мы здесь имеем? Нам здесь рассказали про неправильные глаголы, про прошедшее время и рассказали чуть более подробно про три глагола. Показали с ними некоторые словосочетания. Полезные, возможно, да. Итак, что же у нас на домашнее задание? Если не брать во внимание учебник, то мы имеем упражнение со мной и упражнение «Переводите сами». Что это за упражнение, Мария нам объяснила. I go to school. I went to school. I go shopping. I went shopping. I go away. I went away. Ужинали в 6. We had dinner at 6. Мы пообедали в ресторане. We had lunch in a restaurant. Мы выпили. We had a drink. То есть просто у вас есть аудиозапись, а вы ее либо переводите, либо просто ставите правильную форму предложения. Ну и, соответственно, отправляете в закрытом чатике в WhatsApp. И как мы здесь, интересно, развиваем свой уровень говорения? Кто мне расскажет? Потому что, как по мне, здесь говорение ноль. Вы просто повторяете слова. Это задание на перевод. Это не коммуникативная методика. Это обычная грамматика переводная. Там нет ничего коммуникативного, нет ничего революционного. Вы можете с тем же успехом взять задание Галицинского и проговаривать их вслух. Но только, мне кажется, что-то вам это не понравится. Ладно, хорошо, окей. У нас есть еще одно домашнее задание, которое находится в самом учебнике. Или, как она его называет, так скромно, методичка. Ну, давайте посмотрим. Проспрягайте письменно глаголы, перепишите предложение в прошедшем времени и переведите. Это реально, это просто... Коммуникативная методика. Да, отличная коммуникативная методика, учитывая, что в Галицинском то же самое. Но только Галицинский всех хейтит, потому что Галицинский — это дерьмовый учебник. Что вы говорите? Галицинский устарел, Галицинский — это вообще уже никто им не пользуется. А вот мы пользуемся коммуникативной методикой. Знаете, говорить, что вы пользуетесь коммуникативной методикой, это не значит пользоваться действительно коммуникативной методикой. Потому что, ну, это просто фигня. Ну, типа, реально, это просто вырезки из Галицинского, даже задание. Они одинаковые. Может, так просто совпало? Давайте посмотрим домашнее задание про артикли. Ой, вы посмотрите-ка, то же самое. Тут даже примеры один в один. Примеры один в один. Да, немножко поменяли название, немножко поменяли существительные, но тем не менее все практически один в один. О какой коммуникативной методике идет речь, если Галицинский – это чисто грамматико-переводной метод? Этот сборник упражнений чисто для грамматико-переводного метода. Ну и, как вы понимаете, другого домашнего задания на артикле нет. То есть она вскользь их упомянула как-то, но вы их не отрабатываете ни устно, вообще никак. То есть вот просто вам дали из Галицинского какие-то вырезки. Вот, пожалуйста, отличная методика. Да и вообще, по самому факту ее объяснений видно, что она, кроме как грамматико-переводного метода, вообще ничего не понимает. Просто посмотрите на это. We had a sandwich. Мы взяли сэндвич, но то же самое, не обязательно переводить это с глаголом to eat. Коммуникативная методика. Принимать душ, тоже иметь душ. Коммуникативная методика. Get может переводиться как покупать. Коммуникативная методика. Что значит я купил газету, я получил, я ее, может, конечно, бесплатно получил, но может и купил. I got a newspaper. Коммуникативная методика. Посмотрите на уровень ее объяснений. Она переводит дословно. Для чего? Чтобы вы это запомнили или что? Что это? Вот это коммуникативная методика называется? Ну, очень интересно. Очень интересно. Ну, хорошо. Понятно, окей. Итак, идем дальше по учебнику. Хорошо, дальше она рассказывает про правильные глаголы, про написание «иди» и про все такое, да? Но нам-то тоже нужно узнать, где вообще неправильные глаголы, она вообще практикует или не практикует неправильные глаголы. Что мы имеем? Опять же, в домашнем задании мы не практикуем неправильные глаголы вообще. Здесь все идут правильные глаголы, здесь нужно поставить отрицание, задать вопрос, задать специальный вопрос. И все, и вот, пожалуйста, перевод. На переводе мы тоже используем правильные глаголы. Доказательства, вот, пожалуйста, ответы. Тут нет ни одного неправильного глагола вообще. То есть те неправильные глаголы, которые она дает списком там каким-то. Каким-то, потому что списка я не нашел вообще-то. Каких вообще неправильных глаголах может идти речь, если она дала всего три? Ну, фразы, да, хорошо, полезные, но это что, все, что ли? Это все, что нужно знать на уровне past simple? Все, больше ничего не нужно? Но это как-то очень странно, вам не кажется? Они вообще никак не закрепляются, их просто выкинули и все, то есть, ну а зачем? И, как вы понимаете, дальше тоже этого ничего нет. То есть, методически это полный провал, потому что в теме про прошедшее время мы не укрепляем неправильные глаголы. Ну, это провал, это полный провал.
Хорошо, может быть, оно идет дальше? Ну, давайте посмотрим. Видео 20, наречие. Так, смотрим сразу домашнее задание. Так, ну, понятно, естественно, это коммуникативная методика. Ну, вы сами понимаете, переведите предложение, там, поставьте слова. Ну, это ну, вы понимаете, в общем, да? Переведите. Так, ну вот, нам то, что нужно, да? Так, песня Леди Гаги чудесна, Леди Гага поет чудесно. Это весьма интересно, книга интересная, обычно он не водит. Но это да, это вот, не могли бы вы говорить не так громко, у нашей учительницы действительно громкий голос, давай говорить тихо, они не могут услышать нас, это тихие дети, ребенок улыбается счастливо, у этого ребенка счастливая улыбка, его комната идеальна, мальчик убрал свою комнату, то есть мы наконец-то все-таки сделали, да, хотя бы первое упоминание прошедшего времени. И то убрал, это правильный глагол, cleaned. Твой английский хорош, ты хорошо говоришь по-английски, ваше произношение милое, отлично, вы произносите слова отлично, это легкое задание, Джейн сделала задание легко. Еще один неправильный глагол. Ну, спасибо хоть на этом. Из этого мы имеем всего два предложения по прошедшему времени и всего один неправильный глагол. Да, это действительно просто укрепляет весь пройденный материал. Это просто замечательно. Ладно, хорошо, окей. Ладно, давайте посмотрим тот урок, домашнее задание которого мы сейчас смотрели. Потому что я обещал, что покажу в принципе, как она преподает прошедшее время. А прошедшее время — это и неправильные глаголы, и правильные. На прошлом уроке мы научились работать с неправильными глаголами. Что же остается правильным? Все просто. Прибавляем окончание «ed». Как мы понимаем, что глагол правильный? Его нет в списке неправильных. Гениально! Если слово заканчивается на «и», то, конечно, не будем добавлять еще одну «и». Просто пишем «lived» с одной «и». Добавляем просто «d». Одна гласная, одна согласная. Удваиваем. Удваиваем последнюю согласную. Stop. Stopped. Мы уже с вами все это умеем. Мы уже разбирали такие случаи. В этот раз просто прибавляем другое окончание. И как вам кажется, что будет, если слово заканчивается на why, а перед why стоит согласная? Вау, бинго. Why меняется на I. То же самое было с синглом окончанием, с окончанием S. Здесь то же самое. Например, study. Учиться. Я учился. I studied. Why убрали, добавили IED. Я живу в Америке. I live in America. Я жил в Америке. I lived in America. Я курил. Ой, ужас. I smoked. Я училась в Оксфорде. I studied in Oxford. Я смотрел телевизор. I watched TV. Звук меняется. Либо T, либо D. Где-то watched, где-то lived. D или T, на самом деле, это очень естественный процесс. После некоторых звуков не произносится просто. Ну никак не получается там D поставить. Watch, D, D. Прям постараться надо, чтобы D произнести. Поэтому просто watched. А вот после arrive, прибывать. Мы прибыли. We arrived. We arrived. Звук D. We arrived at the airport. В аэропорт. Просто между делом запоминаем предлог at the airport. Прибывать в аэропорт. We arrived at the airport. Мы строили утвердительное предложение в зависимости от того, правильный это глагол или неправильный. А теперь забудем вообще про все про это. Потому что будем делать отрицание. Когда мы делаем отрицание или задаем вопросы в прошедшем времени, пофиг вообще глагол правильный, неправильный. Будем использовать его обычную первую форму. Как вы строили вопрос в настоящем времени? Do you like? Ты любишь? В прошедшем времени будет did you like? В настоящем времени he, she, it. Еще выпендривались, было does вместо do для he, she, it. Теперь просто did. Did she like it? Did she go there? Did she know? Она знала или нет? Отрицание. She didn't know. She didn't like. I didn't do it. Я этого не делала. I didn't do it. Опять пусть вас не смущает. Как не смущало? Don't do. I don't do it. Я это не делаю. Не моя эта задача. I don't do it. I didn't do it. Did you go there on foot? Ты ходил туда пешком? Did you walk? Walk это то же самое, что go on foot. Все. Мы выучили прошедшее время. Поздравляю! Подробнее о временах мы говорим на марафоне «Все времена». Пока мы просто выучили, как строить отрицательные предложения в прошедшем времени, как задавать вопросы, как делать утвердительные предложения, где глагол правильный, где неправильный. Все максимально легко и просто. Ну хорошо, здесь она рассказала, довольно подробно рассказала про звуки, да, как меняется звук, как меняется окончание. Окей, хорошо, то есть проблем не имею. Но все же, опять же, почему ничего про неправильный глагол так и не сказано? Это супер неполно. Это очень неполно, это прям очень странно. Я не знаю, то есть прошедшее время здесь, ну, рассказано очень слабенько, я вам так скажу. То есть, если вы прошли этот курс, вы не будете знать достаточное количество глаголов, чтобы потом как-то что-то о себе рассказать. Понимаете? То есть, ну, это странно, лискать о том, что вы делали вчера. Потому что на have, на get и на do вы не уедете далеко. Там еще есть много. Там и give, и bring, и еще много разных глаголов, которые проходят на самом начальном этапе обучения. Даже в наших школах. Даже посмотрите, какой у нас список неправильных глаголов для второклассников. К этому уроку мы уже разобрали домашнее задание, которое было в учебнике. Я показал, что там нет ничего про неправильные глаголы, есть только про правильные. Ладно, хорошо, давайте посмотрим теперь, что она задала отдельно, самостоятельно. То есть, то, что идет на проверку. А на проверку у нас идет просто перепишите предложение в прошедшем времени, то есть, ну, вы понимаете, это коммуникативная методика. Далее, прочитайте текст, послушайте разбор, пока пронумеруйте картинки, и все. Так, что за текст? Давайте посмотрим. То есть, вот такой вот текст, ничего такого особо сложного, ну, видимо, какой-то взятый откуда-то текст, откуда-то непонятно. Ну, ладно, хорошо, тут никаких претензий не имеем, можно брать материал откуда угодно. К нему же есть и аудиозапись, записанная, видимо, каким-то профессиональным диктором британским, можете тоже послушать чуть-чуть кусочек. A Tale of Two Sydneys.
Last April, two British teenagers wanted to go to Australia for their summer holiday. But it was a 24-hour journey by plane, and tickets were very expensive. А вот что происходит дальше, я немного понять вообще не могу. Она просто берет и рассказывает этот текст. Там голосовуха на 8 минут, и она рассказывает про него. Это известная история, она основана на реальных событиях. Называется «Рассказ про два Сиднея». В прошлом апреле, last April, без каких-либо предлогов, ни в прошлом, ни на прошлом, ни около прошлого, просто прошлый апрель, дословно, два британских teenager. Teenager – это возраст тинейджерский, который заканчивается на teen. Это 13, 13, 14, 14 и до 19, 19. Вот им по 19, поэтому они укладываются в тинейджерский возраст. Age – это возраст teenagers, тинейджеры. То есть она его переводит, рассказывает какие-то моменты, да, наверное, это все прикольно, классно, но как это работает для ученика? Не должны ли они сами сначала как-то с ним ознакомиться, попробовать выполнить задание, а потом уже им все эти вещи рассказать? То есть, если у них там есть незнакомая лексика, то выдать ее, ну, то есть, незнакомая лексика, там какие-то слова очень полезные, которые желательно потом тоже какие-то упражнения впихнуть, то есть, выдать их, чтобы они с помощью этих слов смогли прочитать текст, чтобы они смогли его прочитать и понять общий смысл. Да и вообще, насколько я знаю, работа с текстом — это тоже не хухры-мухры. Работа с текстом, она изначально подразумевает то, что вы, не переводя текст, вы должны ответить на вопрос, возможно, составить какой-то диалог, возможно, найти какие-то моменты из этого текста, желательно обсудить его, то есть, ну, поговорить об этом, все. То есть, согласны ли вы с этим, не согласны, что вы думаете, что вы не думаете. Если что-то непонятно, то попробовать объяснить. Но то, что делать она, это вообще какая-то дичь. Просто чтение текста, потом просто его пересказ на русском с какими-то объяснениями, да, пусть даже объяснениями в тему, но тем не менее, здесь никакого вообще обучения нет. То есть совершенно здесь просто, ну, я не знаю, просто она гоняет воздух туда-сюда. Ну и дальше там нужно выполнить упражнение, просто расставить картинки. Ну, отлично, просто замечательно, вот эти вот картинки. Вы мне можете возразить, мол, ну, Кирилл, ну, тут же текст сложный, поэтому она его и рассказывает. Там же, ну, ребята, нолики сидят, как они поймут? Ребят, а вы знаете, в чем задача учителя? Подобрать именно тот текст, который будет в уровень вашего ученика, чтобы там была вся лексика знакома, но только там, чтобы были все конструкции знакомы, но только некоторые элементы были непонятны. Тогда ты их выдаешь, и ученик уже понимает, как это все работает. Он уже как-то развивается, то есть есть уровень понимания, ему нужно чуть-чуть выше давать, чтобы ему было немножко сложнее. Но тут текст очень сложный для их уровня, то есть для чего это сделано? Это просто, это вообще антиметодично, это просто тупо. Коммуникативная методика, которую все используют. Ну ладно, я вас здесь немножко вел в заблуждение. На самом деле она к этому тексту еще дает задание, то есть этот текст она говорит, что нужно пересказать. И пересказ на самом-то деле это хорошее задание, ну, честно говоря, пересказ — это хорошо, когда вы используете конструкции определенные и своими словами пытаетесь пересказать суть текста. Это очень хорошо, но в ее понимании пересказ — это вот что. Следующее упражнение — пересказ. Значит, кто сейчас в обморок упал, значит, конкретно вам нужно выучить столько предложений, сколько вы скажете про себя: я молодец, я собой горжусь. Вот больше я, ну, не в силах вообще. Вот. То есть такое, чтобы вам было не стыдно сдавать. То есть она говорит именно о заучивании текста, именно о заучивании, что само по себе является, ну, самым скучным заданием, и, как по мне, ну, лично мое мнение, одно из самых бесполезных, потому что просто тупо заучивание, оно вам не дает понимания, оно вам не дает какую-то возможность использовать те слова, которые вы выучили. А самое главное, заучивание не дает вам возможности говорить, потому что вы просто говорите заученными предложениями. Это не развитие говорения. Вот именно конкретно сам пересказ — это очень хорошее задание, это очень классно. Но заучивание текста, ну это же полная дичь. Ну ё-моё, это даже, опять же повторюсь, это в школах даже не используют, потому что это задание самое отстойное, потому что в школах используют именно пересказ, чтобы вы рассказали основную идею текста и использовали слова, которые вот, ну, которые вы выучили за этот текст, то есть которые вам дали к этому тексту. Но поскольку она урок так не простраивает, вот что у нее получается. Просто заучивайте текст. Ну и как вы понимаете, вообще никакого развития говорения. Вообще. То есть, понимаю, что это аудирование, по идее, какое-то должно было быть, или чтение, я не знаю. Ну, в общем, опять же,
говорить мы здесь не будем. И что по итогу мы имеем? Мы прошли время past simple. К past simple мы прошли всего три неправильных глагола. Это go, это have, это get. Да, мы к ним еще подобрали несколько устойчивых выражений, которые в принципе полезны. Нет, не спорю, да. Мы разобрались, как строить правильные глаголы, что тоже в принципе было нормально. Также мы разобрали отрицание, вопрос, ну и в принципе повествовательное предложение, да, в past simple. Ну вот в принципе и все, только вот... Про неправильный глагол она говорит про какой-то список. Списка она не дала. А где мне его искать? В интернете? Окей, хорошо, классно. А почему же вы не подобрали под уровень ученика те самые глаголы, которые ему нужны? Вы же сделали методическое пособие. Методичку, как ты ее называешь. Почему вы ее не сделали? Почему так плохо? Почему на закрепление практически ничего? Почему ты называешь это коммуникативным подходом, хотя у тебя задание на перевод... И задание переделайте просто из настоящего в прошедший, без какого-либо говорения. То есть, я имею в виду не то, что вам нужно это вслух произнести, это не только это. Вслух-то, конечно, произносить хорошо, но плюс ко всему-то нужно еще и говорить. Нужно, чтобы была какая-то отдача от человека, чтобы ты мог ему донести какую-то информацию, а он тебе какую-то, тебе нужно это понять, воспринять. Плюс использовать все те слова, которые вы прошли, те фразы, которые вы прошли. Где это все? Этого нет. Какое тогда может быть методическое пособие? Какой это курс? Чему он научит? Да, он вас научит, может быть, как-то более-менее разбираться в грамматике. Может быть, немножечко, чуть-чуть совсем. И то, опять же, я не вижу это вообще-то. Просто курс сделан просто на отъебись. Ну, вот так вот, я грубо скажу. Потому что по-другому тут вообще ничего нет. То есть это очень плохо. Ладно, грамматика — это грамматика. С грамматикой мы разобрались. То, что касается прошедшего времени, у нее, ну... Очень странно и, как мне кажется, очень плохо. Вот этот урок методически простроен очень плохо. Давайте посмотрим, что с лексикой. Давайте разберем урок про прилагательные. За что мы можем любить или не любить какие-то конфетки? Нам понадобится прилагательное, потому что конфеты могут быть вкусными, невкусными, сладкими, несладкими, кислыми и так далее. Давайте выучим немножечко прилагательных. Во-первых, надо знать, где вставляем прилагательное. Перед существительным. Красивая девочка. Если вы хотите сказать «девочка красивая», это самостоятельное предложение, не забывайте про глагол «to be». Например. This is a beautiful girl. Это есть красивая девочка. Или this girl is beautiful. Вкусные конфеты. Tasty candies. Sweet candies. Или sour candies. Кислые. Sour. Sweet and sour. Кисло-сладкий. Ну, например, соус какой-нибудь. Это дорогая конфета. This is an expensive candy. Артикль «э» поменяли на «н», потому что теперь... Не просто candy, а expensive candy. Expensive – дорогой, начинается с гласной, поэтому N. This is an expensive candy. Странно говорить о конфете в единственном числе. Как будет множественное число? Candies. Помните, как мы добавляем окончание S к слову candy, которое заканчивается на Y, а перед Y стоит согласное? Правильно, Y меняем на I, добавляем и S. Надеюсь, еще не забыли это правило. Candies. А вот и кое-что новенькое. Это и это вкусные конфеты. В русском языке и там вроде как это можно употребить. А вот в английском языке это и эти. Итак, this is a candy. These are candies. И вроде бы там these вам вроде как послышалось, но нет. Обратите внимание, this и these. This, these. Чуть-чуть меняем произношение и меняется написание слова этот, эти. Это дом. This is a house. Это красивый дом. This is a beautiful house. Слово beautiful можно сказать beautiful, beautiful, с более британским акцентом. Без разницы, как у вас получается, такой акцент и вышел. Ничего не поделаешь. Ну вот на этом, в принципе, ее уроки и строятся. То есть она говорит какое-то правило, потом переводит примеры и, собственно, все. То есть в данном случае она рассказала про множественную форму this и про единственную this. Окей, хорошо. Также она здесь рассказала про прилагательные, и там дальше еще дает некоторые прилагательные. Я просто не буду показывать, потому что и так много времени это занимает. Ну давайте посмотрим вообще, как у нас здесь строится домашнее задание. Как она... Я просто обожаю, как она любит называть обычные задания какими-то очень слишком смешными и какими-то очень оригинальными названиями. Повторение мать. Переведите выделенное предложение глагола ниже. Так, ну хорошо, у нас здесь есть The president tells about our future. Президент говорит нам о будущем, я согласна с ним. Видимо, перевести нужно «я согласна с ним». У нас тут есть «соглашаться с кем-то», «to agree with somebody», поэтому, видимо, мы его туда и вставляем. И я не понимаю, либо мы его пишем, либо мы его произносим. Ну хорошо, понял. Повторяем present simple, окей, хотя бы на это. Спасибо, хотя, опять же, очень, конечно, интересно, как здесь работает коммуникативная методика. Это, конечно, все очень здорово. Ну, классно, действительно, очень-очень замечательно. Но, тем не менее, мы хотя бы все это повторяем. Окей, хорошо, смотрим дальше. Свидание. Послушайте диалог и вставьте пропущенные слова. Диалог ниже. Так. It's really hot. Would you like a drink?
Or an ice cream? Yes, why not? Let's go to the cafe. What kind of ice cream do you want? A Magnum, if they have it. Stop it! Here you are. One Magnum. Thanks, Dave. Where do you live? Very near here, in Park Road. And you? I live quite near, in Queens Road. И если быть честным и откровенным, это очень хорошая домашка. Даже, ну, просто на отработку аудирования. Даже смотрите, в чем дело. Здесь нужно вставить те слова, которые они проходили, то есть ту грамматику, которую они проходили на прошлых уроках. Это все очень здорово, это все очень классно, но, ребят, вы же понимаете, что это взято из какого-то учебника. Поймите меня правильно, здесь есть большая разница. Когда вы репетитор, вы покупаете учебник, и вы с помощью этого учебника обучаете своего студента. То есть вы там используете аудирование, грамматику, там все вот эти задания и так далее. Это все понятно. Но когда вы в свой курс вставляете, якобы в авторский курс, вставляете чужое аудирование, о книжке мы тоже сейчас чуть попозже поговорим, чужие задания, вам не кажется, что это как-то немножко неправильно? Вам не кажется, что это какое-то немножко мошенничество, какой-то немножко плагиат, а? Потому что, как по мне, это очень странно. Это очень странно. И потом после этого она скидывает голосовуху, где полностью перевела диалог. Переведу дословно диалог, прям слово в слово, чтобы вы поняли конструкции. Это есть реально жарко. Не хотела бы ты напиток? Конструкция would you like? Не хотела бы, не хотел бы. Или мороженое? Да, почему нет? Давай пойдем в кафе. Какой вид мороженого ты хочешь? Магнум, если они имеют это. Здесь ты являешься. Эта фраза очень странная. Here you are, значит, на, держи. Here you are. Один магнум. Спасибо, Дэйв. Коммуникативная методика, которую все используют. Так вот, может, поэтому и не нужно это делать? Так, может, поэтому и не нужно переводить дословно? Что это за тупость какая-то все переводить? Зачем? Я понимаю, да, переводной метод он есть, я понимаю. Но здесь-то here you are, зачем это переводить? Это не нужно дословно вообще никак объяснять, это нужно говорить как есть. То есть есть вот такая фраза «here you are», то есть вот мы ее сразу же объясняем. Как и множество других фраз, которые там используются, но нет, она их дословно переводит. Для чего? Я могу в Google вбить, чтобы посмотреть, как это дословно переводится. Что это такое? Что это за педагогический какой-то, просто, я не знаю, сюр? Следующее задание идет слушать песню Стинга. Ну окей, хорошо, я понял. А что с ней дальше-то делать? К ней больше никаких заданий нет. То есть просто послушать песню. Там есть еще одна голосовуха, где она рассказывает про вот эти вот предложения, которые у нас были в первом задании. To agree with somebody и так далее. То есть, ну это окей, я понимаю. Но конкретно здесь это очень странно. Это что вообще такое? Это как, это для чего нужно сделать было? И это, в принципе, все домашнее задание. Ну хорошо, с аудированием действительно неплохое домашнее задание в целом, как бы я понимаю, если, конечно, она бы не начала все это переводить дословно, так в целом-то все окей. Только скажите, пожалуйста, мы же здесь проходили this is, these are, мы здесь проходили прилагательные и чё? И чё с этими прилагательными? Куда они деваются? Чё с ними делать? Как их вообще, что с ними? Можно какое-нибудь задание выполнить или еще что-нибудь? Хорошо, устных заданий у нас нет, давайте посмотрим письменные задания, которые идут в ее методичке, как она сама называет. Так, ну смотрим. Во-первых, это полный колхоз. Вот эта вот русская транскрипция, это колхозничество. Такого нет нигде. Зачем она училась в Оксфорде? Зачем она проходила стажировку в Нью-Йорке, если вот это ее метод преподавания? Просто писать английские слова русскими буквами. Блин, это что за чушь? Это просто идиотизм. Но она-то, конечно, не, я понимаю, она учит как хочет уже 4 года, то есть не как надо. Ну, знаете, в некоторых местах-то нужно и все-таки как надо, а не как ты хочешь. Потому что дело в том, что нельзя своей гениальной, уникальной методикой прикрываться вот такую вот полную безграмотность в методическом плане. Потому что, ну, это просто колхоз. Что такое duck? Это утка или что это такое? Что это? Что такое shot? Это выстрел? Что такое new, young? Это,
это как? Это вообще что? Понимаете, в чем проблема? Потому что люди, они так читать и будут. Да, там есть, конечно, я понимаю, там есть видео, которое я показывал в самом начале, где она там кривляется и показывает beautiful, beautiful, Big Mac. Вот эту вот фигню она показывала, да, это все понятно. Но вы понимаете, что люди не будут пересматривать 10 раз, чтобы как-то запомнить это произношение. Они увидели safe, хорошо, для них safe. Для них safe, это окей, все, для них больше ничего не нужно, да? Они увидели dark, для них это не dark, да? То есть, ну, зачем же? Потому что она не объясняет транскрипцию. Ладно, транскрипцию можно не объяснять. Можно объяснять просто звуки и то, как произносят эти слова чуть более подробно, потому что это нолики. Они не понимают то, куда нужно ставить язык, как это все нужно делать. У нее есть несколько голосовых, где она рассказывает про то, куда нужно ставить язык там в некоторых звуках, но этого слишком мало, понимаете? Тем не менее, я хочу сказать, что вот эта вот транскрипция русскими буквами, ну, это просто дичь. Этого себе не позволяет ни один нормальный преподаватель. Я же даже не говорю преподавателей с какой-то международной сертификацией, я говорю даже о преподавателях, которые вот у нас в России, которые закончили наши российские вузы. Никто себе такого не позволяет, потому что, ну, это просто дичь полная. Но она-то учит как хочет. У нее раньше было рекламное видео, которое было на Таргете, где она говорила, что я настоящая училка с дипломом, и я поняла, что диплом мне не нужен, потому что, вот вы знаете, я поняла, что все вот это на самом деле по-другому, что в жизни все разговаривают по-другому, в жизни все по-настоящему, а здесь просто фигня, и я вас этому научу. Ну вот как, понимаете, вот это по-настоящему рич, дак, ну вот, это классно, вот это самое то, сауэ, угу, отлично, просто идеально. Ну это dangerous, понимаете, вот как это должно произноситься. Но это очень плохо, это прям супер плохо. Хорошо, давайте дальше, идем дальше, смотрим. This и this, о которых она рассказывала, опять же у нас здесь this и this, ну тоже, ну... Уровень, просто уровень Марии Батхан. Это просто дичь, серьезно. Ну, такого себе никто не позволяет. А то, что она учит как хочет, это лишь показывает ее полную бездарность и просто неумение как-то преподавать материал более правильно. Хорошо, ладно, фиг с ним. Домашнее задание. Смотрим домашнее задание. Так, составьте пары противоположных по значению прилагательных, пользуясь списком слов к уроку. Хорошо, это, ну, не такое уж плохое упражнение, на самом деле интересно. На самом деле было бы еще интереснее, если бы это можно было как-то проговаривать. Ну, в смысле, вместе с учителем. Дальше, this и this. Ну, понятно, окей, переведите, опишите предметы списка двумя прилагательными, используйте very, quite и really. Ну, вот это тоже неплохое задание, опять же, если бы оно было вслух, если бы это можно произносить вслух при учителе, это было бы очень хорошее задание. Ну, и два задания на перевод, понимаете? Ну вот он, коммуникативный подход, то есть большинство заданий это просто перевод с русского на английский. Замечательно, просто идеально. И причем он это не проверяет, ей вообще на это все по барабану. Это, ну это очень плохо, то есть реально, это вот очень плохо. Понимаете, в чем дело? Вас не учат говорить на этом уроке. Вы скидываете голосовухи. Но вы ни в коем случае не учитесь говорить. Здесь так вообще просто перевод. Ну, понимаете, к грамматико-переводной методике можно относиться по-разному. Кому-то она нравится, мне, например, тоже нравятся некоторые ее элементы. Ну и что, мне за это судить, что ли, теперь? Но, тем не менее, я не могу отрицать того, что коммуникативная методика, она сейчас основная. На ней сейчас работают все, ей сейчас пытаются учить. Даже у нас в университете там были зачатки коммуникативной методики. И учебники в России тоже строятся на коммуникативной методике, понимаете? Вот в чем дело. Но она же предлагает просто Галицинского вам. Но это дичь, это фигня полная. То есть ее вот эти вот задания, упражнения, которые в ее методичке, это просто Галицинский. Купите себе Галицинского или просто скачайте, и вам будет то же самое абсолютно. В следующем видео, которое под номером 11, у нас идут разбор модального глагола can, отрицание вопроса и прошедшая форма could. Это все ладно, но мне больше именно интересна методика, потому что мы до этого проходили прилагательные, и теперь хочется узнать, как же все-таки это идет повторение этих прилагательных или хотя бы, может, отработка. И действительно, отработка здесь есть. Мы видим, что в домашнем задании номер 11 у нас есть разбор this и this. Нужно составить 10 предложений. Это хорошо, окей. Используйте прилагательные и существительные ниже. Тоже как бы, ну, хоть что-то мы уже имеем, да. Тут как бы какие-то хоть вещи. Но опять же, немножко странно, потому что это все идет в отрыве от самого языка. То есть, конечно, было бы прикольно, если бы это все проходилось именно на уроке. То есть, вы находитесь на уроке, и вам нужно составить эти прилагательные и составить с ними предложение. Тогда было бы логично. И там задать вопросы. И то, я немного не понял, это тоже нужно проговаривать или просто ей скинуть? Потому что если это проговаривать, это одно. Если скинуть, то это совершенно другое. Ну и дальше идет перевод. Ну вы понимаете, да, коммуникативная методика у нас предполагает перевод. Далее, что касается прилагательных, там тоже идет отработка, потому что дальше они проходят сравнительную степень прилагательных и превосходную степень прилагательных, что в принципе показывает на то, что они
те прилагательные, которые прошли, они их отрабатывают. Поэтому с точки зрения именно лексической стороны этого курса, в принципе, нормально. Но, опять же, повторюсь, это не разговор. Здесь нет разговора никакого. То есть вы просто записываете голосовухи или видосы. Это не то же самое. Это вообще не то же самое. Ну ладно, бог с ним, окей, хорошо. Со стороны прилагательных у меня претензий нет. У меня есть претензии именно к грамматической части, именно на примере past simple. Ну окей, хорошо. Давайте теперь посмотрим задание, которое идет в следующем уроке, которое предполагается к той песне, которая была в прошлом уроке, да, от Стинга. Давайте посмотрим. Я немножко вас обману, потому что я эту песню знаю наизусть, потому что я ее люблю. Но примерно это должно выглядеть вот так. Coffee at tea, my dear. I like my toast on my side. You can hear it in my accent when I talk. Englishman in New York. Такое упражнение вы точно не получите ни на каких курсах, но мне кажется, оно просто топ. Оно шикарное для того, чтобы поставить правильное произношение. Мы таким образом знакомимся с английскими звуками и пытаемся очистить свою речь от слишком русских звуков. В качестве отчета я хочу, чтобы вы мне прислали видео или аудио, если кто стесняется снимать такое видео. Но я сразу пойму, правильно ли выполняли это задание или нет. Надеваете наушники, включаете песню, как в примере это песня Стинга. Можете взять какой-то другой подкаст на английском языке, вообще неважно, любой английский текст. Главное, чтобы носитель его говорил. И вы все, что слышите, пытаетесь воспроизвести. Вы не должны знать этот текст. Там будут слова, которые вы не понимаете. Наша задача — поймать звуки, передать их. Не будет никаких русских «х», «з» там, и «р». Их не должно быть, потому что... Вы отключаете мозг, как бы, да, свой обычный, когда мы, ну там же «ре», я же вижу слово начинается на «ре», я читаю как «ре», хотя мне говорят, что это «ре», но неважно, я все равно по-своему читаю, то есть наш мозг, у мозга есть какие-то установки определенные, какие-то паттерны, по которым он идет. Здесь же расслабляемся, просто как дети пытаемся повторить все, что слышим. Даже если получается, полная несуразица. Действительно, такое упражнение идут вообще нигде, и даже нет такого приема, как shadowing. Ну, то есть, ну, как бы это только Мария Батхан сама придумала, видимо, чтобы людей обучить таким вещам. Ну, во-первых, избавиться от акцента, это вам может поможет, а может нет. Все зависит от того, какой у вас слух. Если у вас слух музыкальный, если вы хорошо можете имитировать звуки, тогда да, возможно, вам это поможет. Но, опять же, не все люди так умеют. И тому пример люди, которые просто поют песни на английском языке. Они могут английского не знать. У меня было множество знакомых, которые понятия не имеют, о чем поет песня, но они просто подражают и поют полную несуразицу, и поют абсолютно неправильно. Есть даже вот такие примеры, вот типа, как маэстро поет на английском. Посмотрите. То есть, по сути дела, это упражнение, его можно использовать как дополнение, но ни в коем случае как что-то основное. Это потому что это может сработать, а может нет. Чтобы избавляться от акцента, нужно знать правильную артикуляцию. Это раз. А во-вторых, нужно слушать, как говорят носители. Никто вас этому не научит никогда. И здесь то же самое. Поэтому Мария Батхан сейчас говорит полную ересь. И, в принципе, вот это вот задание не должно преподноситься как основное. Еще меня очень забавляет, как она пишет это в домашнем задании. Если бы ваш способ изучения английского работал, вы бы не пришли на курс для нулей. Ну да, Мария Батхан, ну да. Ну, конечно, да, самомнение у нее примерно так же, как у Шестова или как у Кишкова. У них у всех примерно одинаковый посыл. Да вы просто учились неправильно, а вот у меня есть одно упражнение, которое избавит вас от акцента. Вот это вот прям реально крутое упражнение. Вам его никто нигде никогда не даст. Вот у меня оно действительно классное. Вообще вопросу произношения я бы хотел уделить отдельную часть. Мария, объясните, пожалуйста, что это такое вообще? Хорошо, хоть благодаря айфонам все знают, что такое Apple. Еще надо бы какую-нибудь фирму придумать, груша. Буду знать, что это peer. Peer. Что это peer. Peer. Peer.
а точно peer, не pair? А, это вот эта ошибка на самом деле из ряда какого-то, блин, первоклассника, потому что-то они путают слова beer и bear, то есть медведь и пиво. И почему это никто не вырезал, почему она этого не переделала, то есть чтобы сохранить какую-то свою шутку непонятную или что? Для чего это было сделано? Это же, ну это, я не думаю, что она этого не знала, возможно, она оговорилась, но даже если она этого не знала, ну надо было же проверить как-то. Ну, я опять же повторюсь, в моих уроках тоже дофига ошибок, да, да, они есть, но у меня не уроки, которые я продаю, это просто бесплатная фигня, это просто какие-то юморески. Если бы у нее вот такая ошибка была бы в Инстаграме, да я бы ни слова не сказал, да что бы я вообще придирался. Но здесь она продает это за деньги, причем за неплохие деньги. Там, кстати, еще насчет произношения у меня тоже несколько вопросов. Can't или can't? Два варианта, и оба правильные. Но я настаиваю на варианте can't, потому что can't – это британский вариант. И в Британии говорят «я не могу, I can't». Но в Америке это же слово значит, ну как бы произношение похоже на слово такое, как сказать, лучше вам не знать. Если вот здесь я еще могу понять, что она не хочет материться и говорить, что can't и can't, то есть тут есть разница, и что если вы поедете в Америку, вы можете немножко так, ну, ошибиться, можете затупить. Это я могу понять, но то, что она говорит дальше, и это происходит на протяжении всего курса, я не понимаю. Кстати, got может произноситься как got и got. Один вариант британский, другой американский. Как вы будете произносить, неважно, вас поймут и там, и там. Зачем эта информация? Ну, тогда давайте еще и австралийскому акценту начнем говорить. Давайте еще потом и канадскому, еще какому-нибудь. Для чего? Почему? Зачем это нужно? Зачем нам знать, что тут будет got и got? Там суть-то в том, вы какому английскому учите? Вы какому английскому учите, про то и говорите. Это зачем вообще все нужно? Причем, говорю, так на протяжении всего курса, даже вот в этих объяснениях. After – это предлог после переводится. After – американский вариант, after, британский. И вы бы сказали, ну так, просто для общего развития, чтобы все было понятно. Знаете, в таких вещах, если вы уж взялись рассказывать про акцент, будьте последовательны. Рассказывайте про что-то одно и учите какому-то одному акценту, потому что потом получается что-то вот такое. Сегодня разберем три слова. Want, won't, won't. Два других недоразумения – это всего лишь сокращение. Одно из прошедшего, другое из будущего. Were not. Переводится как «не были». Нас там не было. We weren't there. Weren't. Won't. Were not. Won't. Were not. Won't. Were not. То есть здесь она говорит «won't» — это чисто по-британски, а потом она говорит «were not». «Were» — это американский акцент. Если бы она говорила по-британски, тогда бы это было бы «were». И было бы тогда «were» и «weren't». Тогда была бы логика. У нее «weren't» и «weren't». То есть, для чего это делается? Поэтому, мне кажется, она сама не понимает, где британский, а где американский. То есть, ну, обучайте чему-нибудь одному. Для чего это все нужно? Я не понимаю. Это только запутывает ученика. Чего-то одно берите и этому же обучайте. Я еще понимаю, когда можно рассказать про несколько видов слов. То есть, там, flat и apartment, то, что разница. Это я могу понять для общего развития. Но именно с акцентом, я бы не сказал, что у нее такой прям гениальный британский акцент, чтобы она на нем говорила. Поэтому, ну, как мне это очень странно. Я не понимаю, зачем эти вещи в курсе. Они только запутывают, как мне кажется. И еще один аспект произношения. Помните, когда она рассказывала про то, как говорить слово «сука»? I went to the beach. I went to the beach. Чтобы не путать beach с матерным словом, не надо шибко торопиться. Beach. Beach. Мат — это когда bitch. Я этого не говорила. Ну, естественно, ты этого не говорила, потому что просто слово «пляж» сказала быстро, это не то же самое, там звук другой. Там звук «э-э-э-э», это краткий звук «э», «пэч», «пэч». This is a candy. These are candies. И вроде бы там и там «these» вам вроде как послышалось, но нет. Обратите внимание, «this» и «these». «This», «these». Опять же, тут совершенно другой звук. Послушайте, что у нее получается, потому что разницы между двумя этими звуками вообще не слышно. This is a beautiful house. These are beautiful houses. This, these, this, these, this, these. А в учебнике у нее просто написано this и this. То есть там просто, ну там просто чушь какая-то непонятная. На прошлом уроке мы с вами разобрались с will. Will — это будущее время. Нет, Мария, will — это колесо, а вот well — это уже будущее время. I will go, I will go. Опять же, я не знаток в произношении, у меня очень много ошибок, и в моих видео вы тоже можете найти те же самые ошибки. Когда я говорю на английском, у меня тоже такие же ошибки.
Но я не учу никого акцента, понимаете, я не учу никого произношению. Я не ездил в Лондон, не ездил в Штаты, не кичусь этим на каждом шагу, понимаете? У меня нет курсов каких-то. Я просто чувак какой-то, просто который вот на Ютубе какие-то видосы делает. У меня, с меня взятки гладкие. И если бы она все эти ошибки записывала только для Инстаграма, если бы у нее все было только в Инстаграме, да я вообще бы ни слова бы не сказал, потому что мне пофигу на Инстаграм и на бесплатный контент. Меня больше волнует, когда они за эти свои Инстаграм-видосики просят деньги. Еще мне кажется, некоторые ее объяснения, они просто чтобы ляпнуть, понимаете? То есть, когда ты много кривляешься, когда ты пытаешься что-то смешное сказать, не важно, что ты говоришь, просто говори какую-нибудь чушь. I don't do sport. И это нормально, никакое не масло-масляное. Обычное такое себе предложение. Если вам оно плохо звучит, значит, просто вы мало проговорили это вслух. I don't do sport. Коммуникативная методика, которую все используют. Значит, вы мало проговорили это вслух. То есть, что, как это влияет, как это вообще понять? То есть, если вам кажется, что это неправильно, просто проговорите это несколько раз вслух. Ну, это очень странный совет. I like America, but I don't like China. Ну, например, я люблю Америку, но не люблю Китай. Заметили вставочку между двумя предложениями? But, no. But. Это но. Кстати, просто к слову добавлю, что слово but, но и задница but произносятся одинаково. То есть, по сути, я люблю Америку, а задница. Я не люблю Китай. Коммуникативная методика, которую все используют. Тоже, а это для чего она объяснила? Чтобы всем сказать, что but это задница? То есть, или что? Видно, что она работает тупо по грамматико-переводной методике, потому что такой тупой дословный перевод, ну это просто дичь. Зачем это делать? Для чего? Для кого? Или это типа смешно? Я не понимаю. Плюс, что касается самого качества видео, почему она не вырезает косяки? Зачем? Это тоже типа смешно или что? Да, он хихикает, но хихикает он так, как будто бы дышит на запотевшее стекло. Нет, не запотевшее. Дышим так, как будто бы окна заморожены. И не как сказать, окна заморожены. Мороз на окне. Дышим так, как на окошечко зимой в маршрутке, чтобы увидеть, не проехали ли вы свою остановку. Ить это оно. Оно или оно. О, черт, что я сказала? Появляется инфинитив. Инфинитив это то, что отвечает на вопрос, что делать. Наш эквивалент это окончание ать, ить и какие-то там еще окончания, не знаю. В английском просто yes звучит как-то грубовато, что ли. Будем добавлять yes, she does. Дословно это переводится типа... Дословно это переводится что-то вроде... Да, это так. Если вам вдруг захочется сказать про себя, что я не какой там не... Нет, не красивый, не умный, обидится. Я не первый. It has. У этого есть что? Друзья, что ли? Что можно сказать? It has что? It has... It has a charge. Зададим вопрос. У тебя есть брат? Do you have a sister? Sister — это сестра, брат — это brother. Мне кажется, когда ты платишь деньги за такие вещи, ну вырежи ты эту фигню, зачем это? Ну, мне типа не весело, мне хочется нормального, обычного объяснения правил. Для чего это? Да, шутками можно, но это-то нафига? Это просто тупость какая-то. Я этого не понимаю, серьезно. То есть это нам дает право полагать, что у нее нет сценария, она не прописывала свои видосы, она их просто записала вот так от балды, увидела, записала, что-то там придумала и все. Потому что, ну а как? Как это еще объяснить? В голове четко не простроила, как она будет говорить, она не простроила, что она будет говорить, не простроила, какие примеры она хочет рассказать. Ну, это странно, ребят, это очень странно. Даже я для своих первых видосов прописывал сценарий. Хотя, опять же, они получились с косяками, но я хотя бы примеры так не придумывал из головы. То есть, какой вывод можно сделать по всем этим урокам? Да, местами там кое-что неплохое, кое-где даже прослеживаются какие-то отголосочки методики, какие-то такие вещи. Они прослеживаются, да, я все понимаю. Но... По сути дела, в целом, это очень слабо. Объяснения очень неполные. Они очень сильно много там лишнего. Какие-то непонятные вещи вот такие. Что касается домашних заданий, то домашние задания построены, как правило, на перевод. Плюс есть очень странные задания, в которых нужно выкладывать слово «гречкой» или нужно петь песни. То есть зачем? Ну, то есть я понимаю, что она пытается сделать его веселым, потому что в наше время никто учиться не хочет. Все хотят веселиться. Но вы понимаете, что когда вы очень много веселитесь, когда вам вот так вот кривляются, то уроки-то по своему уровню, они немножко-то падают. Потому что люди тратят очень много времени на то, чтобы вас развеселить, а не для того, чтобы как-то вам помочь или как-то вас обучить. Так, ну ладно, с уроками все понятно, с уроками я высказал все, что хотел. Давайте теперь поговорим про учебник. Как я и обещал, у нас будет здесь еще разбор самого учебника, или как она называет его скромненько, методичка. Давайте посмотрим вообще. То есть изначально этот учебник, он должен дополнять то, что она рассказывает в уроках своих. Ну, в принципе...
с какой-то такой информацией он справляется. Тут у нас даже есть нормальная транскрипция, на удивление неплохо. И в принципе, в целом рассказывается очень подробно. Правда, я не понимаю, почему она не рассказывает об этом в своих уроках. Ну окей, хорошо, пускай будет здесь. Окей, идем дальше. Дальше у нас идет то самое колхозничество, о котором я говорил. Это do, have, sing, travel, like, love. У нас тут все идет с русской транскрипцией. Чего я вот вообще не понимаю, для чего это сделано, и считаю, что так делать нельзя, что это просто показывает ее как человека, который ничего не понимает в методике, не читал ни одну книжку по методике, то есть это очень странно. И вообще, насчет ее образования я тоже сейчас вот после этого еще поговорю. После этого у нас идут упражнения. Как я уже сказал, упражнения — это полная копирка из Галицинского, то есть тут вообще ничего особенного нет, то есть это обычные упражнения, которые ставят в Галицинском. То есть вообще ничего. То есть это абсолютно грамматика, переводной метод. В самом обычном его проявлении. Опять же, ни о какой коммуникации речь не идет вообще. Я вам сейчас после этого покажу учебники, которые строятся на коммуникативной методике. И вы поймете, о чем идет речь. Далее, после этих упражнений у нас идут ответы. Да, ответы, потому что это все у нас идет на самопроверку. Она даже этого не проверяет. То есть дальше, после всей недели, у нас идут еще дополнительные слова. Обратите внимание. Это вот такие вот глаголы. Это какие-то еще вещи. Дальше идут с нормальной транскрипцией уже глаголы. Правда, почему-то здесь еще русская транскрипция есть для чего-то непонятно. И дальше идут вот такие вот упражнения. И это очень даже полезно. Я бы даже сказал, что это было бы очень полезно, если бы это не было плагиатом. Алло, вы че? Если здесь я еще ничего доказать не могу, то обратите внимание вот сюда. Вот эта картинка, она точно из какого-то учебника. Это тоже плагиат. Здесь я еще, ладно, могу понять, потому что здесь, в принципе, можно скачать только один вот такой циферблат и самостоятельно к нему нарисовать стрелочки, это окей, хорошо. Да нет, хер там, тоже плагиат. Это тоже все из учебника. То есть, по идее, из чего состоит ее учебник? Первое, это просто взятые задания с Галицинского, но они немножко изменены, опять же, но сделаны по тому же самому принципу. Затем идут задания, которые просто взяты со всего интернета, то есть, которые просто взяты какие-то картинки и по ним сделаны задания. Вы посмотрите даже на качество, я не знаю, передает YouTube или нет, тут прям видно, что это очень плохое качество. Она просто скачала и вставила в свой учебник. Она не самостоятельно все это делала, но это, ребят, это очень, это прям, это вот, не знаю, это взято прям сделано из говна и палок, вот что вам скажу. Плюс, чтобы его заполнить, сделаны какие-то вот такие вот цитатки непонятные, какие-то картинки. Я понимаю, что в школьных учебниках тоже есть картинки, но все же, это все очень странно. Это какая-то непонятная штука. Зачем это? Для чего? Ну, окей, ладно, хорошо, пожалуйста. То есть, по сути дела, я понимаю, этот учебник, на него было потрачено время, но потрачено лишь только для того, чтобы взять информацию со всех остальных источников. Ну, это же жесть, ребят, так, ну, так не должно быть. Почему она вообще это продает в таком случае? Это просто сборник всяких разных упражнений, сборник картинок, которые она взяла с интернета. Я уверен, что над этим учебником не работал ни один методист, потому что ни один методист не стал подписывать под тем, чтобы в его учебнике транскрипция была написана русскими буквами, потому что это колхоз. И, по сути дела, все упражнения, они сделаны очень просто по одному принципу. Плюс, обратите внимание, что в этом учебнике вообще нет работы с текстом, с аудированием, вообще ни с чем. Тут просто задание на перевод. Я вам говорю, это просто Галицинский на перевод или вот вставить вот эти штуки, и все. То есть вы не развиваете вообще никакие навыки здесь. Это, ну, это очень плохой учебник. Очень плохой. Давайте я вам покажу для примера учебник хороший. Учебник, который строится на коммуникативной методике, который как раз-таки она говорит. Называется он Fundamentals of English. Там есть, это, по-моему, средний уровень, есть еще маленький уровень для малышей, для ноликов, скажем так. Итак, смотрите, как здесь все работает. Как только мы открываем учебник, да, действительно, тут идет разбор тем, да, то есть у нас сначала идет present time, past time, future time, то есть тоже, по сути дела, какие-то основные моменты в грамматике, потому что коммуникативная методика — это не только разговор, это, конечно же, тоже разбор грамматики. Но этот разбор через разговор. А теперь посмотрите, как начинается урок в этом учебнике. Мы сразу читаем текст и начинаем его обсуждать. Сразу идет разговор. Сразу же учитель должен выводить ученика на разговор. Да, с маленьким уровнем, да, где-то с ошибками, да, с какими-то проблемами, но именно на разговор. Он идет на разговор. Да, здесь тоже можно что-то подписать, но все это идет через разговор. Здесь все должны говорить. Весь урок строится на том, чтобы вы говорили. Работайте в паре. То есть то, о чем я рассказываю постоянно, что урок должен строиться на том, чтобы вы постоянно разговаривали друг с другом. Вот опять же здесь. Тут опять же идет письмо. То есть, ну хорошо, да, письмо. Смотрите дальше, как работа с письмом идет. Напишите ответы на вопросы. Используйте собственную бумажку, своим учителем решите, что вы хотите написать, да. Вы пишете что-то о себе, даете своему однокласснику. Одноклассник потом это берет и пересказывает, понимаете? Он это пересказывает.
Потом вы берете и ищете, короче, ошибки друг у друга. То есть вот как работает эта методика. То есть вы постоянно говорите. Эта методика работает на том, что вы с помощью разговора осваиваете вот эти вот грамматические темы, которые здесь есть. И здесь весь учебник на этом построен. Вот в чем дело, понимаете? То, что у нее это просто дресня. Это галицинский. Как бы мне не нравился галицинский, я по нему сам учился в какое-то время, да? Но галицинский, он устарел объективно. И в нем это грамматический переводной метод. Это ни в коем случае не то, что она выдает за свою коммуникативную методику. Этот учебник учит вас говорить. Он учит грамматике, он учит говорить. Галицинский учит вас переводить. Вот и все. Это единственное, что здесь есть, понимаете? Также, что касается ее, как она называет их, авторских карточек. То есть, такие карточки, которые тоже стоят немало денег. Тут есть комплект разговорный, комплект неправильные глаголы, комплект фразовые глаголы. В принципе, я не против карточек. Я считаю, что здесь, в принципе, ничего такого нет. Здесь есть идиомы и все такое, но... Я вам скажу так, в целом вы это все можете найти в таком приложении, как Quizlet. Мне попались эскизы ее карточек, то есть они выглядят примерно вот так, и в целом, да, когда они у вас на руках, когда они ламинированы и все такое, это, наверное, неплохо. Но вы, опять же, то же самое можете найти абсолютно бесплатно. То есть, да, опять же, ничего не могу сказать. То есть, в принципе, карточки нормальные, но, как мне кажется, довольно оверпрайсно. Но, опять же, берем приложение и все просто смотрим по приложению. Получается то же самое. Поэтому, что касается карточек, я не то чтобы буду вас отговаривать их покупать, но, как мне кажется, это будет тоже немножко, ну, нелогично. Плюс, что касается приложения, вы можете подбирать те слова, которые вам хочется. Плюс, вы можете практиковаться где угодно, когда угодно. Что касается карточек, вы можете это делать только дома, либо на уроках. Опять же, если идет работа с детьми там, или, например, для урока какого-нибудь, наверное, эти карточки не такие уж и плохие. Но все-таки, как по мне, мне кажется, что приложение будет выгоднее, ну, потому что оно бесплатное, хотя, по идее, содержит в себе все то же самое. Я вам еще обещал рассказать немножко про ее образование. Здесь я тоже немного не понимаю, потому что если мне правильно удалось нагуглить, то на ее специальности педагогики не было, и методики тоже не было. То есть просто именно та специальность, на которой училась она, педагогики и методики нет. Понимаете? Я понимаю, что тогда был другой университет, она заканчивалась, когда он назывался Казанский государственный, сейчас он Казанский федеральный, возможно, там как-то программа поменялась, возможно, раньше там что-то было, но все равно это очень странно, потому что, например... Я учился на педагогическом образовании, со мной учились лингвисты, то есть у них называлась специальность лингвистика. И они тоже проходили методику, они как бы лингвисты с правом преподавания. Но у них методика была всего один семестр, когда у нас она была три семестра. Что там у Марии, сложно говорить, потому что там есть отдельные педагогические специальности, а есть тут именно филология. Поэтому непонятно, действительно ли она училка с тем самым дипломом, который нужен, или она просто учила английский, именно филологию, но не имеет права преподавания, или имеет право преподавания, но очень урезанное. И опять же, каких-то международных сертификатов типа CELTA, DELTA там нет, поэтому очень интересно, что ж там у нее за диплом такой. То, что она ездила куда-то в Оксфорд, это не значит, что она там училась преподавать. Она училась там английскому языку. И то, какой у нее там был уровень, это тоже очень вопрос, потому что посмотрите вот на это видео. Ребята, моя одноклассница Натали, сейчас я вас познакомлю. Hi, Natalie, how are you? I'm fine, thank you. So, tell me, how are your classes today? It was interesting. We try to use sentences or to create sentences that we will be using in London. Wow. During our stay here. Great. Tell my followers, where are you from? I'm from Belgium. I'm from Brussels. Great. Thank you very much. Yeah. You're welcome. Yeah. Thank you. Она с ней одногруппница. Поэтому уровень у них примерно может быть одинаков. Вы могли бы сказать, да нет, там просто всех закинули в одну группу, и новичков, и не новичков. Нет, она сама говорила, что она проходила тест на определение уровня, то есть ей дали ровно тот уровень, какой у нее есть. То есть, что? То есть, какой, как это вообще может быть? Далее, ее стажировка в Америке. Тут тоже, ну и что, что она стажировалась в Америке? Это дает ей практиковать язык. Это никак не делает из вас преподавателя. Вы не знаете методических приемов. Вы не знаете, как преподавать. Вы не понимаете, как строится система обучения. То же самое у нее. По ее курсу видно, что это просто набор из каких-то непонятных вещей. То есть, у нее учебник из чего-то сделан, из каких-то вот понатыканных каких-то вот приемов из галицинского, из других материалов. У нее уроки точно такие же. То есть, и что это, и как? Какое здесь может быть обучение? О чем-то вообще может идти речь? То есть, скорее всего, поэтому все ее курсы только для новичков, потому что личный уровень, я не думаю, что очень высокий, потому что она преподает обычно, она преподает просто грамматико-переводной метод, который сейчас уже не используют, который пытаются убирать, но, тем не менее, ее имя работает за нее, с ней там Баста, с ней там еще другие люди, какая разница, как она преподает? Она же самая популярная училка в Инстаграм, вы понимаете, ну, это уровень, это
я могу вам сказать, действительно уровень. То есть вот что мы по итогу имеем. Насчет ее уровня я очень сильно сомневаюсь. Я не понимаю немного. Я не знаю, как она говорит. Я не знаю, действительно достаточно ли ее уровня, чтобы делать те уроки, о которых она говорит. Ее курс тоже сделан очень слабо, потому что, как я уже сказал, говорение вы не развиваете. То есть говорить вы на этом курсе не научитесь. А для чего вам нужен язык, если не говорить? Вы, может быть, научитесь каким-то основным грамматическим правилам, да, каким-то таким. Но именно разговора у вас не будет, потому что вы его не практикуете. Это проблема всех курсов. И все курсы, которые вам не предлагают какую-то альтернативу разговорам, они говно. И будут всегда говном. Потому что просто учить грамматику может кто угодно. Вот и все. Поэтому если все ваше обучение строится на кривлянии, то и уровень там соответствует. Ну, а с вами был Бородатый Лингвист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Я знаю, что будут очень много тех, кто ее будет защищать, кто будет писать гадости в комментах. Поэтому, если вы досмотрели до этого момента и вам все понравилось, не поленитесь, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий. Просто, чтобы поддержать. Потому что то, что было с Петровым, показало, что все-таки адекватных людей больше, но неадекватные, они как бы, они вот идут туда, они лезут на, и пытаются выиграть, но у них этого не получится. Ладно, ну а вам спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский — это слишком изи. Пока! See you later, alligator. Bye, 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 butterfly.